Теряю смысл, ну и пусть, невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, не чуждо. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан, и я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы не была бы здесь. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан, и я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы не была бы здесь. Конничева, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервис Motor Rage, все как всегда. И как ты понял по названию, по превью ролика, меня что-то потянуло на классику и на японок. Oh my! Именно поэтому мы сегодня прикупили с вами вот такой вот автомобиль, который вы видите сейчас, и сделаем из него конфетку. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай бонус при регистрации. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, давайте начнем с того, как у меня появилась данная серия. К сожалению, не все внимательно смотрели ролик про Lamborghini Diablo, но там была маленькая-маленькая пасхалочка. Я думаю, можно ее включить, и у многих отпадут вопросы, откуда я взял данную сливу. Вот так, получается, блять, было 74 и стало 25. Только погнали, перед этим заедем в японский автосалон. Я же Сильвию еще не купил. Не купил. Ламба не рулится, верните деньги. Так, автосалон японских автомобилей. Пожалуйста, мне сливу 15-ю на базу за 1,5 ляма. Цвет пусть будет черная. Даже номера смотреть не буду. Может, как-то потом. Или сейчас. Ну ладно, сейчас. Норм. Ну пусти. Привет еще раз. Цешки номера сейчас перекинуть. Подожди, одну секунду, номера перекину. Цешка, бат сюда, на сливу. Он сейчас скажет, а я думал с номерами, это будет вон. Так, перенес. Слива теперь у нас на А004, а цешка на... Все, да, предлагаю. Я думаю, хватит всяких предысторий, как это было с Лексусом и Ламборгини. Если вы, кстати, не смотрели ролики, охеренные, ссылочку я оставил в описании. И поэтому мы сразу... Блин, не пассив, какой пассив? Не сюда. Делаем вот так. Я заманался ехать на дрифт-трассу, чтобы начать красиво. А еще ехать отсюда? Не, я не выдержу. Поэтому лучше умереть и оттуда уже доехать. Даже на таком номере, в таком состоянии, слива смотрится охеренно. Если что, чип я не ставил, она фуллсток, это она с завода так дрифтит. Если сейчас смотрит какой-то олд мой ролик, то знает, что у меня когда-то была слива, когда еще слива была в старой модельке. Ебать, марка охеренная. Когда слива была еще в старой модельке, еще когда слива стоила 500 тысяч, если кто не знал. Да, это было в 2020 году, если не ошибаюсь. В принципе, там и перебивки какие-то, типа пародия на них есть. Да не, почему пародия, прикольно есть. Ссылочку оставлю в описании. А сегодня я решил прикупить еще раз сливу, потому что, ну, вроде это как самый лучший дрифткар на этом сервере. И выполнить ачивки. Но это мы будем, скорее всего, в следующем серии выполнять. И как бы сделать красивый себе дрифткор, что мне не на чем дрифтить. Но первое, что мы будем делать? Первое, может, цвет? Ладно, давай сначала внутрянку. Посмотрим, сколько же нам денег уйдет. Ну, за лям точно уйдет, типа, я ее за 1,5 новую купил, или сколько там, лям 450, да? Еще внутрянку сейчас засуну сюда очень много, а как минимум, вот, только здесь 250. Так, кузовные винилы есть? О, не, ну я не хочу делать как все, у меня будет своя. Материал матовая, не хочу. Основной цвет кузова. Хочу что-то вишневое, поняли? Красное, вишневое, что-то такое, типа, ближе к этому. Ну ладно, давайте в конце. И, в принципе, там и подберем перламутр. А сначала посмотрим обвес и диски. Значит, колесные диски, цвет колесных дисков. Не, диски я буду под обвес брать. Тогда почему я здесь сюда пришел? Ну, в смысле, внутрянку затюнить. Ну да. Подвеска. Или уже здесь нет? Цвет дыма, параметр колес. Я что, там все поставил уже? Ну, походу, да. И самое прикольное, что здесь есть на эту сливу, это тюнинг. Посмотрите, как его много. Значит, передний бампер. Погнали. 9 бамперов. Не, ну, мы точно создадим что-то свое. Ну, вот этот, кстати, уже прикольный. Второй запоминаем. Я не хочу вот эти всякие, блять, колхозные. Ну, этот, кстати, тоже неплохой. Пятерка. Вот, 6-й.
Шестой. Дальше это уже колхоз. Шестой или второй? Two hours later. Ладно, давайте тогда сейчас цвет поменяем, пока у нас забагался тюнинг. Я хочу вот где-то вот такую. Синяя. Но синяя это стилов. Это, мне кажется, уже настолько банально. Вот где-то вот такой. И перламутр. Во. Red. Во-во-во-во. Вот такой хочу. 104 тысячи, а краска, вернее, материал, салон, не красится, да? Жалко, я бы в черный задул. Ладно. Тогда 104 тысячи за две покраски. И теперь уже можно обвес тюнить. Смотреть, что там. Только надо бы это все убрать. Так, попытка номер два. Давайте начнем с того, что уберем этот спойлер, потому что он меня бесит. Без спойлера не то, а вот маленький вот такой вот DuckTale можно, в принципе, и поставить. Ну что эти лавки, и вот было бы мне лет 12, я бы просто писался кипятком отсюда, когда бы увидел такую лавку. Поэтому второй спойлер сюда залетает. Да, здесь второй же? Ну да. Второй. Теперь назад, передний бампер. Ну, кстати, блядь, второй? Второй тоже сочный. Седьмой, мне кажется... Ой, подожди, какой там был? Шестой, да? Шестой, мне кажется, слишком низкий, но в этом и прикол, будет стенд такой. А второй... Ладно, давайте начнем с конца. Неон вкид в круг, да. Не хочу я ксенон. Тонировку. Ага, то есть это не тонируется. А, не тонируется. Тонировка. Ну давайте 15% бахнем. Или вот. Не, давай 35. Капоты. Стоит делать этот колхоз с этим капотом. Не буду добавлять пока что. Полера, кит-набор. Вот. Что за кит-набор? Какие-то расширения, типа вот. Вот бампер какой-то шире встает. Это немножко шире встают арки задние, да? В принципе, арки задние можно немножко шире и сделать. Но, как видите, вот такая херня возле фонарей задних появляется. А в чем разница? А сверху что-то появляется. А, еще эта херня. Не, ну у нас два козырька. Зачем на два козырька? Все верно? Верно. Поэтому без козырька. Да, четверку. Давайте четверку бахнем. А, спойлера, кит-набор, выхлоп. Он не по центру, и он маленький. Ну, реально. Расширение арок. Где у нас? Тоже второй, да? Давайте, что ли, соберем второй пак, а потом соберем шестой пак. Вот, смотрите, пацаны, есть второй пак. Вот такой, в принципе, очень сочно выглядит. И очень хорошо, кстати, с бампером сочетается. Потому что другие бамперы вряд ли так сочетаются, да? Да. С третьим оно не сочетается. Поэтому сзади будет второй бампер, точно. Тогда придется и морду единичку ставить, вторую ставить. Потому что ставить какой-то другой бампер по типу вот такого. Но не будет сочетаться по дизайну. Здесь он такой какой-то более. Второй или шестой? Ну шестой был везде, блядь, у меня в МТА. Поэтому да, давайте второй, ладно. Мы прошлись по всем разделам, поэтому 555 тысяч пац. 5 успешных тюнингов, понимаю. И осталось теперь самое сложное, это диски. Вот реально. Но диски это 100% будет что-то с вылетом и жестким развалом. Короче, пацаны, есть три варианта. Первый это BBS Super RS, которые в принципе уже банально, уже на всех стоят не так интересно. Вторые диски это AL13R60, что неплохо смотрится. И третий диски это SSR Professor. Такое чувство, что SSR-ки более предназначены для этого автомобиля, но что-то хочется L13R60. Поэтому цвет колесных дисков можно, кстати, поменять? Бля, может вот так сделать? Или это колхоз? Мне кажется, если бы взяли SSR-ки, тогда было бы норм смотрелось бы. Красный? Не, ладно, все, черный. Не хочу. Так, я вроде настроил, вроде и с развальчиком, и вроде по арочкам, вроде смотрится все неплохо. Поэтому 14 тысяч на базу. А цвет дыма покрышек. Давай черный сделаем. И улучшение нам нахер не надо. Еще 103 тысячи. И тем самым... Подожди. А я же цвет этого неона не изменил. Красную или белую? Давай красную. Пофиг. Ебать. Вот теперь это стиль. Тем временем мы потратили уже 900 тысяч на тюнинг. А где 900 тысяч? Лям на тюнинг. Даже больше, чем лям. И нам слива уже обошлась как бы 2500. Ой-ой-ой. Не, ну мне кажется, это стиль. Это стиль. Пиздец, какой стиль, ебать. Она еще на солнце, на улице выглядит прям очень хорошо. И развальчик, в принципе, блять, передние колеса слишком, мне кажется. Можно еще немножко внутрь, передний, именно передний. А вот жопа прям вообще идеально сидит. Все, что осталось, это заправить ее и поехать, как бы, чип настроить. Хотя здесь, в принципе, какой-то стоит. 95-й до полного 21 тысячу на базу чип. 9 километров на нашей сливе, и теперь надо какой-то чип. А чипа у меня вообще никакого нет.
Я только что запустил свой видос. Посмотри, какой у меня чип стоял на Сильвии. В итоге тот видос был снят 16 марта 2021 года. Сейчас 2 февраля 2023. Почти 2 года прошло. Офигеть. Так, пацаны, я по фасту какой-то чипок накидал на задний привод. Ну, в принципе, что-то в этом есть. Он, в принципе, даже контролится, в угле держится. Но это не тот чип, который надо тебе для набивания очков, для достижения. Мы же купили сливу для достижений, как бы надо кэшбэк себе делать. Хотя, чип даже очень неплохой. Спустя 2 года. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видеоролик получился. Обязательно напиши в комментариях, как тебе моя Сильвия, заколхозил ли я или нет. Успел ли ты выполнить все достижения, будет очень интересно почитать. И, может, многие заметили, у меня ролики выходят раз в 8 дней. И если вы хотите замотивировать меня, чтобы я выпускал ролики чаще, тогда давайте под этим роликом соберем 100 лайков, и я буквально через день, через два выпущу новый. Поэтому все в ваших руках. Не забывай нажать на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, и подписочку, чтобы как бы их не пропустить. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.